Так, 12 часов настало. Еще раз прошу поставить плюсик, если меня слышно. Итак, начнем. Сегодня будет вторая часть вебинара по презентации камер, IP-камер компании MailSite. Она так называется, IP-камера MailSite часть 2. Здесь я расскажу то, что в прошлом вебинаре не было затронуто. Освежим в памяти то, что было уже сказано. То, что я уже рассказывал. Итак, о компании MailSite. Это китайский производитель. С 2011 года существует на рынке, занимается самопроизводством и разработкой своих решений в области видеонаблюдения, как железа, так и софта. Имеет несколько представительств, тем самым определен рынок сбыта. Вот. В Китае находится центр производства, маркетинга и продаж компании MailSite. По структуре компании она имеет собственный аренды центр, тот же NeoCor, где команда разработчиков, соответственно, занимается введением строй и разработкой новых решений, доработкой чего-то под конкретные нужды больших проектных заказов. Вот. Также само производство расположено в Китае как отдельное подразделение. Ну и маркетинговая продаж, которая по всему миру помогает реализовать выставки, какие-то снабжает материалами и развивает известность компании. Лозунг компании Better Insight, More Insight говорит нам о том, что основное отличие от многих производителей систем видеонаблюдения заключается в том, что компания MailSite представляет качественные решения, основанные на самых последних разработках и технологиях. В частности, благодаря применению известной линейки матриц Sony достигнута ультранизкая освещенность до 1/1000 люкса. Освещенность позволяет записывать цветное изображение на камеру видеонаблюдения. Также технологии VDR, присутствующая в камерах во всех линейках, достигает значения 140 дБ, вот, и позволяет применять камеры в условиях встречной засветки или высококонтрастных сценах. Имеется ли линейка камер с высоким разрешением, это 8-пиксельные 4К камеры и 12-мегапиксельные камеры, которые позволяют покрывать большие территории, большие площади, удаленные пространства, при этом представляя высококачественную детализированную картинку. Применение кодека H265+ позволяет сократить битрейт, соответственно, позволяет сэкономить на объемах хранилища, вот, и при этом не терять в качестве. То есть выигрыш по сравнению с 264 кодеком обычным составляет порядка 70-80%. Технология Smart Ear 2 – это технология управления инфракрасной подсветкой, которая позволяет в автоматическом или ручном режиме настраивать освещенность поля обзора камеры. В частности, при приближении к камере регулируется уровень интенсивности освещенности, чтобы не получить засветку в ближнем поле. Вот. И при использовании камер с оптическим увеличением, то есть зумом, автоматически интенсивность освещения дальней зоны увеличивается. Во всех камерах компании MailSite имеется встроенная аналитика. На данный момент это уже 10 моделей. Вот. Это опциональная вещь, но достаточно интересная и позволяет одной камеры решить достаточно большое количество задач.
камерах возможно, особенно варифокальных, применение специализированного объектива с поддержкой технологии P-IRIS, что позволит вам получить высококачественную резкую картинку по всей глубине изображения. Также камеры могут опционально быть оснащены высокой кадровой частотой. Вот. То есть ранее до этого было 60 кадров максимум, сейчас уже предлагаются камеры с кадровой частотой 90 кадров в секунду, что, соответственно, возможно, имеет смысл применять в сценах, где высокоскоростное движение присутствует или интенсивное движение. Для всех поворотных камер есть интересный функционал. Это Smart PTZ детекция движения. То есть, когда в выделенную область кадра попадает объект движущийся, камера способна доповернуться, соответственно, сфокусироваться, приблизить на заранее заданное значение. Вот. И тем самым получить более качественное изображение, вот, четко сфокусированное именно той области, где произошло нарушение. Отдельным можно повторить о функционале, об особенностях камер MileSight. Это поддержка протокола SIP, которая позволяет организовать взаимодействие с IP-системами, такие как IP-телефония, ВКС-системы, вот, ну и другие системы, в принципе, которые по СИПу работают. Что это может собой представлять? То есть, имея видеотелефон или обычный СИПовский телефон с функцией только голоса, можно позвонить на камеру, соответственно, или камера может позвонить на этот телефон и выдать картинку при сработке, ну, при какой-то ситуации заранее заданной, допустим, возникновение движения, шума, вот, или просто для того, чтобы проконтролировать то, что, ну, что происходит в области наблюдения. При этом мы не ограничиваемся локальной сетью, мы можем настроить, соответственно, такую сработку и для удаленного абонента, который использует софтфон, находясь где-то вне объекта. Что еще из интересного? Это, так сказать, поддержка plug and play, то есть оборудование, купленное у компании MileSight, можно подключить даже человеку, который не особо сильно продвинут в области сетевых технологий или там системы видеонаблюдения, монтажа, подключения, настройки. То есть достаточно просто включить сеть оборудования, соединить кабелями, и у вас уже рабочее решение готово. Опять же, в первой части мы затронули камеры мини, серии мини. Достаточно интересные камеры, которые позволяют организовать видеонаблюдение в любых условиях. Отличительными характеристиками это является высокий температурный, широкий температурный диапазон от минус 40 до плюс 60. Интересный форм-фактор, это все миниатюрные камеры, могут применяться как в помещениях, так и вне помещениях. Присутствующая на борту интеллектуальная инфракрасная подсветка во многих из них, возможность регулировать в трех плоскостях направление камеры, в общем, позволит организовать минимальными затратами качественную систему видеонаблюдения. Вот, при этом сверхширокие углы обзора, доступные в камерах до 124 градусов, позволят сэкономить в том числе и на железе. То есть несколькими камерами можно покрыть расстояние, то есть поле обзора, которое в обычных условиях покрыло бы гораздо большее количество камер. Вот. Также мы поговорили о камерах серии Pro. Вот. Камера серии Pro отличается от камер серии Mini дополнительным функционалом. В основном они комплектуются различными вариантами вариофокальных объективов моторизованных, то есть, соответственно, можно удаленно, находясь
на рабочем месте подвести фокусное расстояние, чтобы в кадр попала именно та часть поля зрения, которая нам необходима. Ну, технология Smart и инфракрасной подсветки с дальностями гораздо большими, чем в сериях Mini. Вот. Опциональные объективы серии объектив SP Iris. Также присутствуют аудиовходы и аудиовыходы. Защищенность IP67 и K10 в основной своей массе. И возможность питания как по POE, так и при подключении непосредственно кабелем с питанием 12 вольт. Также интересная особенность – это наличие PTFE-мембраны в камерах MileSight серии Pro, которая позволяет циркулировать воздух внутри камеры, выводить попавшую туда влагу, при этом не пропуская влагу и, соответственно, пыль внутрь корпуса камеры. Сегодня более подробно остановимся на оставшихся сериях камер, которые представляет компания MileSight. Вот. В частности, это камера PTZ серии. На данный момент доступно несколько вариантов. Это PTZ-цилиндр, который у нас, допустим, здесь уже присутствует. На столе стоит достаточно интересная камера, 12-кратный оптический зум обеспечен. Вот, ну, немножко позже я о ней расскажу. Также имеется скоростной купол, то есть камера с 30-кратным или с 23-кратным оптическим зумом. И купольная камера, которая только-только появляется в портфеле компании. На данный момент она еще не представлена в широкой массе, но буквально в конце этого года, в начале следующего, она будет официально презентована и запущена в продажу. Мы ожидаем достаточно высокий интерес к этой камере. Вот, ну, немножко позже о ней расскажу. Итак, цилиндрическая PTZ-камера. Объектив у нее 5,3-64 мм, это 12-кратный оптический зум. Есть возможность бесконечного вращения 360 градусов и 75 градусов у нее угол наклона. Угол наклона ограничен, безусловно. Безусловно, это в связи с тем, что она имеет такой конструктив достаточно интересный, то есть она упирается в опору, но этого наклона более чем достаточно, чтобы в ближней и в дальних зонах осуществлять наблюдение. Технология Smart IR2, вот, или инфракрасной интеллектуальной подсветки, представлена также реализована в этой камере. Она работает на дальности до 100 метров. Светодиоды расположены на лицевой панели и скрыты антибликовой инфракрасной панелью, которая не является препятствием для прохождения инфракрасного света. И достаточно интересно предлагает внешний вид камеры. Также на лицевой панели у нас присутствует светодиод белой подсветки, он на верхней части расположен. Вот, он служит для того, чтобы организовать или же подсветку непосредственно зоны наблюдения, дополнительное освещение, так сказать, или же для того, чтобы по какой-то тревожной ситуации подсветить место съемки, просигнализировать о том, что нарушитель был замечен, вот. И иные действия, в принципе, тоже можно обозначить для него. Он может работать как в режиме постоянного освещения, так и в режиме вспышек, что достаточно функционально. Камера оснащена специализированным кабелем,
мультиинтерфейсным, вот, подключение непосредственно через этот кабель, через колодки. Вот. Есть возможность применения кронштейна и коммутационного бокса. Соответственно, спрятать все эти интерфейсы в нем. Это металлическая коробочка, опциональная, еще раз повторю. Вот. Но при этом обеспечивает как физическую защиту, так и защиту от пыли, влаги, благодаря тому, что имеет в своем корпусе прорезиненные места соединений, вот, и четкая прорезиненный гермоотвод в нескольких, соответственно, позициях. Также в камере есть ПТФЕ-мембрана, как в серии Pro. Вот, она здесь спрятана под козырьком. Служит она также для того, чтобы при попадании вовнутрь влаги за счет внутреннего тепловыделения можно было избавиться от этой влаги, то есть устранить запотевание объектива. Также обеспечивает циркуляцию воздуха, что не приведет в скором времени к деградации прорезиненных соединений герметизирующих. Вот. Особенно это актуально в областях, где есть высокие перепады температур, допустим, в ночное или дневное время. Что касается питания, есть несколько вариантов исполнения камеры. То есть это питание по POE или же питание через подключение к проводам, условно говоря, колодка 12 вольт. Степень защиты IP66, достаточно высокая степень, также высокий широкий температурный диапазон от минус 40 до плюс 60 позволяет применять эту камеру в любых, в принципе, практически климатических условиях, характерных для нашей страны. Существует она в двух версиях. До этого она была представлена только в версии настенного крепления, как вот справа на слайде. Летом этого года была произведена модернизация и выпустили дополнительно камеру с креплением пьедестал, вот, что позволяет устанавливать камеры непосредственно на какой-нибудь столб, на более выгодное возвышенное место, но при этом обеспечивая круговой обзор, что, допустим, с камерой, устанавливаемой на стену, весьма проблематично организовать. Также камера имеет функционал встроенной видеоаналитики, опциональный, и 10 моделей для нее доступно. Опять же, что интересно в плане Smart PTZ детекции движения, кроме того, что мы можем выделить область, и камера при возникновении движения в этой области повернется в нее, сфокусируется, наедет зумом, вот, она еще и подсветит это место, где, соответственно, движение происходит, что позволит вам получить картинку более высокого качества за счет того, что появляется дополнительный источник освещения. Это особенно актуально в условиях недостаточного освещения или темное время суток. Вот. И такой дополнительный фактор обеспечения безопасности, что вас заметили, ну не вас заметили, а нарушители заметили, что дальше уже следует подумать, стоит ли делать что-то противоправное или стоит ретироваться. На слайде представлена структура этой камеры. Камера оснащена несколькими приводами, несколькими моторами, вот, которые обеспечивают вращение как горизонтальной плоскости, так и вертикальной. Вот. В принципе, достаточно компактная, очень интересная камера.
достаточно популярная. Есть свои покупатели, есть люди и компании, которые берут исключительно такие варианты, обеспечивая при этом функциональность как камеры PTZ стандартной, вот, так и реализуя дополнительные функциональности аналитических функций и различных действий, вот, выполняемых поворотными камерами. Следующая камера – это скоростной поворотный купол. Существует он в двух вариантах объективов. Это объектив 23-кратный, соответственно, 5-117 мм, и объектив 30-кратный, 4,7-141 мм. 360 градусов бесконечное вращение, ну, в принципе, как и у всех, 90 градусов, ну, с автоповоротом, наклон. Технология, применяемая инфракрасной подсветки, также Smart Ear 2, позволяет до 200 метров дистанцию перекрывать освещением. Здесь используются инфракрасные светодиоды последнего поколения, как в принципе во всех камерах компании MailSight. Что это значит для пользователя? Это значит, что при меньшем количестве светодиодов мы достигаем показателей эффективности гораздо больших, чем при, условно говоря, том же количестве или даже большем количестве обычных стандартных светодиодов. При этом срок службы этих светодиодов гораздо выше, и у них, как характеристика дополнительная, это высокая энергоэффективность. Вот, что позволяет сэкономить в том числе и на бюджете мощности. Вот. И при этом, при эксплуатации камер, свои технические характеристики, то есть свои показатели, эти светодиоды держат гораздо дольше, чем светодиоды предыдущих поколений. Из дополнительного функционала, который в камере доступен, это аудиовход, аудиовыход, тревожные входы-выходы, которых в два раза больше, чем в обычной стандартной линейке камер серии Pro, вот, или PTZ камер. Существует также в нескольких вариантах по питанию. Это версия с питанием, организуемым по POE, и версия с питанием, организуемым непосредственно подключением источника питания с переменным током, переменного тока 24 вольта. Эта камера оснащена дополнительным обогревом, соответственно, минус 40 плюс 60 свободно держит, обеспечивает вращение, зумирование, наклон без каких-то там претензий по зимним условиям, по условиям в отрицательных температурах. Вот. Пыль, влага, защищенность IP66 – это достаточно высокие показатели, более чем достаточно для такого рода камер. Вот. Еще немного вернусь к инфракрасным светодиодам. Они также, как и в остальных камерах, скрыты инфракрасной антибликовой панелью. Вот, соответственно, непосредственно их не видно, вот, но тем не менее для инфракрасного света это не является препятствием. Перейдем к следующей камере. Камера, о которой я говорил, что ее еще нет, да, ее еще действительно нет, мы ее ожидаем, вот, но приблизительные технические характеристики озвучены. Вот. Она будет оснащаться, планируется, что она будет оснащаться 12 или 23-кратным оптическим объективом, вот, с оптическим зумом. Так же, как и все линейки Smart PTZ камер, будет доступно 8 моделей, 10 моделей аналитики, а также Smart PTZ детекция движения. По поводу
защищенности IP66 и IK10. Это достаточно высокие показатели для камер систем видеонаблюдения, которые превышают, в принципе, необходимые условия. И превышают, так сказать, по условиям, по возможности условий эксплуатации существующие запросы. Также камера будет оснащена инфракрасными прожекторами, светодиодами с поддержкой функции Smart IR2. Ну и, безусловно, 360 градусов бесконечное вращение, вот, и наклон. В общем, камера интересная действительно, ждем ее появления. И последняя серия камер видеонаблюдения компании MailSight – это камера серии Panorama. Она представлена только одной камерой. Это 12-мегапиксельная фишай камера. Из ее отличительных особенностей можно выделить следующее. Это высокое разрешение. Прежде всего, что она дает вкупе с представлением этой камеры в виде кругового такого зрачка, мы получаем охват 360 градусов, то есть картинку вокруг камеры 360 градусов, без швов, без наложений, без какой-то потери полезного информационного пространства. При этом, благодаря высокому разрешению, мы получаем высокодетализированное изображение даже в отдаленных участках обзора камеры. Что касается вариантов представления потока, их достаточно много. Доступно 7 моделей представления потока, то есть по сути можно разложить, сделать диварбинг картинки наиболее удобным способом. Можно камеру установить на потолок, можно на стену установить, на стол, и при этом выбрать наиболее интересные варианты осуществления передачи изображения. Допустим, не все камеры могут, фишай-камеры могут при установке на стену давать картинку панорамную 180 градусов, что обеспечивает обзор вдоль, условно говоря, стены или места установки, да, камеры. В удобоваримом для оператора, в том же числе, виде. Также можно разбить на несколько зон наблюдения и использовать их как совокупность стационарных камер. При этом у вас только одна точка подключения и только одна камера. При этом она обладает высокими характеристиками техническими. Вот. И к тому же, помимо того, что мы представляем, это может представлять это все как один поток и записывать, соответственно, все это как один поток, мы можем писать это и как разные потоки. То бишь, разбив наиболее удобным способом картинку, мы получаем как отдельный поток каждый из этих сегментов. Камера имеет защиту IP67 и IK9, что позволяет ее назвать вандал защищенной и применять в том числе в местах, где возможно какое-то воздействие на камеру. Технология изготовления камеры достаточно интересна, немножко позже расскажу. Что касается дизайна, да, краткий лаконичный дизайн, свойственен компании MailSight. Здесь, если обратите внимание, отсутствуют какие-либо элементы крепления на лицевых панелях, то есть они все скрыты за соответствующими панелями, что придает ей гораздо более выигрышный внешний вид, в том числе при применении на улице или же в помещении, более интересный функционал.
черная панелька, которая расположена по центру камеры, скрывает собой инфракрасные светодиоды подсветки, которые также обладают технологией Smart Ear 2 и позволяют осветить пространство 15 метров перед собой вот, равномерным светом. А камера подключается непосредственно через мультиинтерфейсный кабель, который можно убрать в коробочку. Также имеются опциональные кронштейны, которые позволяют камеру непосредственно в месте эксплуатации повесить так, чтобы потолок не мешал обзору. Вот. По поводу конструктива камеры. В правом верхнем углу вы видите непосредственно сборные, составные части этой камеры. Особенность этой камеры в том, что в ней отсутствуют практически проводные соединения. То есть камера собрана таким, спроектирована таким образом, чтобы избавиться от лишних проводов. Соединения здесь организованы путем прилегания непосредственно контактных групп, контактных пластин между собой при закрытии корпуса. Обеспечивается надежное контактное соединение. Вот. При этом все элементы имеют достаточно свободного места для того, чтобы прослужить камере гораздо дольше. Из характеристик самой камеры: объектив, применяемый в камере 1,98 мм. Как я уже говорил, Smart инфракрасная подсветка до 15 метров, аудиовход в виде микрофона встроенного, как и в принципе во всех камерах серии купольных. Вот. Эта камера унаследовала встроенный микрофон. Также имеется аудиовыход. Дополнительно имеются тревожные входы-выходы. Питание у нее может осуществляться несколькими способами. Это с применением технологии ПОЯ и с применением, соответственно, непосредственно источника питания 12-вольтового. Вот. Что касается этой камеры, в принципе, основные моменты я раскрыл. На самом деле, для того, чтобы показать все достоинства, необходимо все-таки ее подержать в руках, попробовать ее потестировать. Вот. Или же у нас планируется серия технических обучений, где будет рассказываться о каких-то ключевых особенностях, о функционале, вот, о применении этого функционала. То есть для того, чтобы в том числе вам, как нашим партнерам, потенциальным заказчикам, представлять, какой спектр функций, какой объем дополнительного функционала, какие задачи можно решить, вот, применяя эти камеры. На этом презентация закончена. Если у вас есть вопросы, задавайте, постараюсь ответить. Так, ну что ж, если вопросов нет, можно, наверное, в принципе, заканчивать. В любом случае, компания Epimatica поможет вам с реализацией ваших проектных решений. Обращайтесь, задавайте вопросы, ответим, постараемся помочь. Презентации предоставим, соответственно, поможем продемонстрировать оборудование. Всем спасибо. Всего доброго.